Прошло 10 часов. Там уже 700 сообщений. Ну, хорошо. 700 сообщений, можешь представить? И что? Ты можешь... Они только плохое пишут. Ну, ты можешь всем ответить. Зачем? Я не собираюсь отвечать. Я просто посмотреть. Посмотри. Для себя. Для что себя. Я нужна кому-то. Что меня могут сразу любить. Сразу видишь, глаза загорелись. Конечно. Глаза ты мне загорелись. Самооценку что... унижаешь. Не, потому ты что, меня Оля, унижаешь. Ты ни во ты что мне делаешь меня комплексы. Не ставишь. Нет. Ты случае. Меня не любишь, ты меня используешь. Нет, а я знаю, что ты меня, я Оля. Одна не останусь. Ничего, не, ты меня бросил. А ты что думаешь, я один останусь, что ли? Ты хочешь сказать, что я один останусь? Лучше меня ты никого не найдешь. Я один тоже не останусь, я Оля. Такая одна. И я такой один, лучше Оля. Меня ты никого и не найдешь. И я тогда такой один, и Оля. Я подарок судьбы. И лучше меня ты тоже не найдешь. Я подарок судьбы для тебя, потом Оля. Потом будешь жалеть локоть кусать. И тоже будешь жалеть кого локоть кусать, потерял. Оля. Все взаимно, Оль. Все зеркально. Спи себе такой волшебный, не найдешь такую девочку. Вот угу. Именно, не найдешь ты с волшебной такой. Что? Штучкой. Что ты сейчас сказала? Что у меня пися волшебная. У тебя? Да. Волшебная. Вот так она у нее? Что я самая лучшая. У нее вот так она. Оль, у тебя вот так? Плюсом. У всех вот так, у тебя вот так? Нет, у меня вот так. У нее плюсом. Девчонки.